Все, что я нашла на берегу моря, я хочу использовать. И вот здесь, видите, я уже просверлила отверстие. А сейчас покажу, как буду сверлить. Потому что есть желание подвесить вот такие ракушки. И то, что я нашла на берегу моря. И сделать, ну, такую красоту, как воспоминание о море. Это позвонок какой-то рыбы. Это тоже довольно редко встречается. Но во всяком случае, я первый раз увидела за все время пребывания на море. Использую сверло с маленьким диаметром. И теперь надо примерно на том же уровне сделать отверстие. Сразу хочу сказать, что довольно сложно делается отверстие, долго. Просверлена одна часть, внутри полая, и теперь нужно досверлить, чтобы полностью можно было продеть нить. Очень долго сверлить. Ну, так мне показалось. А теперь вот хочу показать. Вот такие створки очень легко сверлятся. Вот показываю. Видите, мгновенно такое отверстие. Хорошо, когда я находила с уже готовыми отверстиями. Вот здесь, в рапане, просверлила, но сверлится очень долго. Тяжело поддается. Сломалась, но не досверлилась. Видите, вот здесь должно было быть. Да, не знаю, как я буду дальше сверлить. Попробую с внутренней стороны. Сказать, что очень много рапанов находила, нет. Вот эти губки тоже очень легко. Деревяшки. Нашла и такие орехи. Они морские тоже. И тоже просверлила дырочки. Ну и осталось только соединить части, чтобы сделать подвесочку дары моря. Все, что дарило мне море, а я каждое утро ходила и собирала дары моря. Видите, даже лапка краба есть, перья чаек. В общем, все нанизала на леску, и теперь осталось только и в природное отверстие закрепить леску, и в проделанное. А в проделанное отверстие наверху только закрепить держатель. Сейчас покажу результат. Вот и готовы очередные дары моря. Видите, рядом я делала уже лет, наверное, 8-10 назад вот эти дары. И они напоминают мне о море своим звуком, своим видом. И здесь эти дары моря напомнят мне прекрасный болгарский берег с чудесными закатами. Море, ты была прекрасна, и ты подарила мне много находок. Благодарю тебя. Ну, а у вас, если будет желание, собирайте с детками дары моря. Они это будут делать с удовольствием. А когда они подрастут, вот эти дары моря напомнят о путешествии с вами. Всего доброго! С вами Екатерина. Это один мастер-класс. Но у меня будет еще мастер-класс, потому как даров моря было очень много. Я собирала все, что дарило море. И красивое, и некрасивое. Но это подарки. А подарки мы принимаем с удовольствием. Всего доброго! С вами Екатерина и подарок Черного моря.